Университет имени Пушкина. Студенты-юристы встречаются с представителями управления Следственного комитета. В этом заинтересованы две стороны. Кто-то из студентов писал курсовую работу по теме управления, кто-то ходил на практику, а для кого-то в будущем он станет местом работы. Для Следственного комитета это вопрос отбора высокопрофессиональных кадров. В этот раз на ежегодной профориентационной встрече сотрудники напомнили студентам об участившихся видах правонарушений, об актуальной проблеме киберпреступности, а также о программе ознакомительной, учебной и преддипломной практики студентов на базе следственных подразделений. В течение 2020-2021 года в подразделениях Следственного комитета области прошли практику 86 студентов юридического факультета университета. Для студентов это в первую очередь дополнительные знания и навыки в их будущих профессиях. И в первую очередь это не теория, а практика. Также мы участвуем в формировании тематики научных исследований студентов. Руководители следственных подразделений являются членами государственных экзаменационных комиссий. Сегодня в подразделениях Следственного комитета служит более 20% сотрудников, окончивших юридический факультет именно этого университета. Путь многих из них начинается еще в школьный период. Дальше много практической работы. Непрерывное обучение, экзамены, сборы и учения. Начиная с формирования базы потенциальных абитуриентов, мы занимаемся профориентационной работой совместно с учащимися средних образовательных школ, средних специальных учебных заведений Брестской области. И далее на всех этапах образовательного процесса и заканчивая, собственно, трудоустройством наших выпускников. Отзыв, который мы получаем, это на этапе итоговой аттестации. Дело в том, что сотрудники Следственного комитета у нас традиционно входят в составы государственных экзаменационных комиссий при проведении итоговой аттестации наших студентов. И те оценки, которые получают наши студенты на государственных экзаменах, на защитах, дипломных работ, магистерских диссертаций, они, как правило, очень высокие. Ну и в дальнейшем нареканий со стороны представителей Следственного комитета по отношению к нашим выпускникам не было. Уже в этом году для повышения качества сотрудничества на базе Следственного комитета планируется создание филиала одной из кафедр юридического факультета университета имени Пушкина.